Новая российская сеть кофеен, основанная в Твери. Заправка кофе – семейный проект, который пришелся по вкусу жителям города. И после первой кофеточки в Южном открылась кофейня в бизнес-центре Донской, недалеко от обелиска Победы и спорткомплекса «Юбилейный». Наша история началась около 10 лет назад. Мы всей семьей очень любим кофе, посещаем огромное количество кофеен по всему миру. И в такое непростое время захотелось в нашем городе сделать кофейню уютную, наполненную теплом и ароматом кофе. Научились обжаривать кофе, его дегустировать, различать по странам, континентам. Выбрали для себя, для нашего города, на мой взгляд, максимально комфортный вкус, который не будет горчить, которого будут огромное количество ноток. Город принял с теплотой, с любовью. Сразу появились постоянные клиенты, и мы поняли, что надо расширяться. Удивительно, что в таком месте здесь нигде рядом нет кафе. Ты идешь с набережной, прогуливаешься, и это прям подарок. Настя сделала подарок этому району. Я думаю, что это такое большое событие именно для данного района. Мы нанесли логотипы на фартуки непосредственно, то есть отбрендировали данную продукцию. Здесь прям очень будет тепло и приятно приходить выпить чашечку кофе. Тем более у них она такой потрясающей обжарки, мне очень понравилось. Я очень рад, что у моих друзей появляется подобный бизнес. Это очень радует. Открытие бизнеса для нашего города – это всегда праздник, потому что он приносит и доходы в город, и в область, и плюс к этому дает людям возможность насладиться хорошим кофе, хорошей выпечкой. Ароматный кофе. Видно, что качественный. Очень вкусный чай. И пирожные. Нереально вкусные пирожные, особенно картошка. В день открытия все угостились авторским тортом от кондитерской «Сладкий кот». И, конечно, познакомились с меню кофейни. Каждое утро заправка кофе наполняется ароматом свежей выпечки, горячих блюд, десертов от проверенных пекарен и кондитера. Только премиальные качества, используется самый лучший шоколад, самые лучшие сливки. То есть мы на продукции не экономим. И, естественно, эксклюзивный внешний вид. Мы не делаем массово такие вкусные изделия, как эклеры, они самые популярные, наверное, у меня. Картошка по эксклюзивному рецепту, между прочим. И самые разнообразные по цветовой гамме безе, которые мало того, что вкусные и красивые, очень нравятся детям особенно. А для приготовления главного напитка в заправке кофе используется бразильское зерно от современного инновационного бренда Verle Coffee Roasters. На выбор более 3 десятков классических кофейных напитков и фирменные коктейли. Первый – это АИ-92, лимонад с эспрессо. Также очень распространенный в нашей кофейне напиток – бабл. Апельсиновый сок, сироп, эспрессо. И также есть дизель айс-кофе. Несколько видов сиропа, эспрессо и также лимонад. Он очень вкусный и людям нравится. Основательница заправка кофе Анастасия Люсо поделилась идеями и планами по развитию и расширению сети. Сразу мы оформили торговый знак и сделали франшизу. И у нас уже приобрели две франшизы в Москве и одну в Одинцово. Что касается нас, мы будем пока захватывать наш город ароматным кофе и планируем, конечно же, расти до ресторана. Праздничную атмосферу во время открытия создавали «Леди Фуршет» и выступление скрипачки Алены Назаровой. Кстати, по выходным в кофейне ожидаются арт-события. Уютный зал отлично подходит и для проведения небольших праздников. Ежедневно комбо-завтраки и комбо-обеды. Действуют карты лояльности и постоянная акция «Каждый пятый кофе в подарок». Заправка кофе находится на улице Дмитрия Донского.